Задача наша. Да, мы с тесной водой. Мы все знаем, мы все поняли. Все вот хорошо. Это аммиак, чтобы мы понимали. И стоим ветер, поскольку туда, ближе воняет, туда стоит. А бочка тоже аммиак, воняет аммиаком. Вот это все аммиак, ребята. А? Это все аммиак. А с бочек тянет аммиаком. С бочек на шатырек тянет этот аммиак. Денчик, ты давай дальше чуть-чуть, чтобы перекрестия не было. Подожди, подожди, не суйти, Дэн. А что в тех цистернах? Вода. Командир, что в тех цистернах? Это вода. О, отлично. Пошла вода. Отставить подачу воды. Перекрой разветвление. Все. Одну линию асфальтика оставляй. Линию асфальтика оставляй. Это просто чтобы была. Да хай тушит. А остальные можете помогать, останутся. Они все распределяют по чуть-чуть. Да. Это с бочек, блядь. Я говорю, вы тут местная, да, пожарная охрана? А? Вы тут местная пожарная охрана? Нет, я в штабе работаю. А, в штабе, я просто первый раз вижу. Ну,
блядь, то ты меня не знаешь. Да? Я бывший начальник управления рятувальных служб, ты понимаешь? Это место тренинга? Как туник работает. А, как туник, понял. Да. А я на пенсии. Понял. Приятно познакомиться. Александр, а вы не в курсе, гидранты тут работают? Они работают. А мы там не смотрели. Может, пробежав мне там глянуть, что там еще, говорит, что мы проезжали. Что... Ну вот там вот где несколько складов. Не, я понял, что главное. Там ничего защищать. Вот главное, чтобы вот этот огонь не такой не стоит. Да понятно. А там отдельно стоящие уже стоит. Да это не горючка. Это не, это бухло течет. Короче, они сейчас, если дизеляку запустят, подастся вода на гидранте. Отлично. Может, это лафеты сейчас не лафеты, лафеты по-любому. Слышишь? Да на гидроэлеватором отсасывают. Как вас по отчеству, хоть не буду с Харитоном говорить? Борисович. Сергей Борисович. Вот дивись, там говорят, могут запустить дизельный генератор, что, может, лафеты завъебем? Это вода в гидранте. Тупо хотя бы один лафет, ебать. Если появится вода в гидранте. Если вода появится. Да. Просто сейчас санистом проголосовать. Разберется, блядь, с водой, да. Чтобы была большая вода. А там будем уже решать, как там вода решить. На связи. Кто ты звонишь? А, стоял, я хотел, потерял, где ты есть. Это нормально, живой хоть. Все нормально, со второй охотой перекажем на эту. Все, давай. Пробуйте пока, наверное, давайте, помоги. Давай, наверное, пока ты как бы не угрожаешь. Тут, Дань, воду не трать. Помогаю сверху отсюда, в окошко это. Рей, в окошко. Тут уже сгорело, туда, Рей, помогай высекать. Надо здание защитить справа. Фонарик на груди, где мой, блядь? На крыле оставил фонарик на груди, нет уже? Ну ладно. Там? А я положил, был ехал, потому я не могу. Тебе помочь там? Я понял, сейчас. Нет, что мне делать это тоже? Какая помощь тебе нужна? Ну мы сейчас давай машину возьмем, запитаем и все.
Просто у меня связь есть. Давай я с тобой буду бегать туда, блядь. С моими связь. Значит, на встречу Сафонов, Богдан, слышите меня? Да, слышу тебя. Сейчас будут на встречу нам 8-я магистралку тянуть. Понял. Нету воды, у нас надо мазь заставить, как понял. Это передается. Рукав меняй, рукав меняй. Рукав один быстро поменяй, сейчас 7-й. Роман Сергеевич, это гидрант затопленный. Мы сколько взяли, короче, гидрант показался, но он закрыл здесь, запаян вообще. Все, это не водоем и не гидрант. Ну, блядь, к вам уже пошел 09, ему сказал, что вы взяли. Он на встречу сейчас магистралку тянет. Сейчас я ему скажу тогда. Не смысл сюда тянуть ее вообще. Они выкачали, слышишь? Они выкачали, вообще он там закрыт, он закрытый нахуй. Гидрант, блядь, они выкачали, выкачали, гидрант показался, он закрытый нахуй. Гидрант, блядь. Не работает. И пошли взяли, блядь. Потому что... О, видишь, они дают. Вот сейчас Алексейчик вам бежит, тепловизор будет пробовать. Смотри, остановили! Уезжайте к Анисову, уезжай к Анисову. К Анисову, а где он? Вот там. Ага. Курбанов, сейчас принесем тепловизор со второго хода. Витя, давай, я донесу. Давай. Там батарея. Тихо, тихо, тихо. Батарея там есть внутри? Или внеси его вместе с этим. Да, сейчас он будет. Сейчас проверим, сколько заряда, сейчас проверим. Есть, отлично, пошли. Уехали. А? Уехали. Да, да, уехали. А, расскажешь, это ж ваши, да? Где? Ну вот, это. Вот это мои, на машине вот. Сейчас это, да. Вот, чтобы они тоже туда мотались на заправку. Куда? Ну туда, для пятиэтаж. Я рассказал, а твои уже уехали? Да. Уже уехали, да? Да. А да, пока не плывут, что у них связь есть. Вова, Боровов! Не-не, ты его не грузи, сейчас отдай. По очереди все машины, что наша уехала, второй ход, по очереди идти на заправку кататься. Да, да, да. Они поехали на пятиэтажке, знаешь, куда заправляться? Ну, примерно. Все, слился, поехал туда. Да, же. Да, все, да. Давай. На, Курбан. А где с первого хода тепловизор, что, проебали, ты что? С первого хода, что, проебали тепловизор? Сгорело. Что там горит, что сука? Заебал, блядь. Харе горит, блядь. Земля горит. Это нам бали. Да. Чалов, привет. Чалов, привет.
Да, да, на приеме. Да, на второй находок и поехали заправляться. Там уже живы, ракеты, прилетели. Их не единственное. Сюда не обращаться, или там тоже. Сейчас в РСФО, так сюда в Кривановске поедут. Ну, Иван Иванович, там мой второй ход, который поехал заправляться. Сейчас подходят жители, просят оказать помощь в тушении гаражей. Две ракеты в гаражи упало. Что их не действует? Сюда ехали. Там какие-то два гаража горят. Жильцы просят помочь потушить. Там, где не заправляются, возле пятиэтажек на гидранте. Грищенко 10, это 12. Это получается. Вот да, вот так вот туда. Вот, туда. Да. И вот там вот гаражи. Так пусть притушивают. Там типа две машины туда поехали. Ну вот, я ж не с РТП. Богдан! Да, Дрим, мы сейчас ждем еще одну машину, поедем к вам помогать. Пришли, пожалуйста, видео, что там горит. Нам обстановку оценить, потому что если там уже мы нихуя не сделаем, смысла ехать нет. Давай, пришли, что там? Там работает. Ну, куда? Питьевая вода? Там у меня сейчас Сафонов. Сафонов, да? Сафонов где? А? Сафонов где? А, тут уже Сафонов. Нет, там уже не Сафонов. А, нет, а кто подошел? А кто там? Короче, на Сергенко и Сысокин водитель сейчас поехал. Сейчас, только короче, там нет. Сафонова нету, блядь. Да, во, говори. Есть, нас отправляют тут рядом, гаражи горят. На гаражи нас отправляют. На лафете вода заканчивается сейчас уже. Давайте восьмерочкой мотаем. Сейчас. 11-я рукава, восьмерка все мотаем, быстренько убираем. Приняли. Боровок, Вова, 4-й ход. Кто-то слышит? Вова, боровок. На приеме. Давай заканчивайте максимально быстро, сливайте все и сворачивайтесь. И уезжаем все колонны. Второй ход приехал. 4-й ход, боровок. Сейчас заберем, они все знают, сейчас. Забери рукавы. Сейчас, надо тоже водички добрать, состав забирает, надо вам забрать. Правильно? Запас, часть. О. Сейчас Боровка надо выступить, чтобы все вместе уезжать. Я думал, тут будет ошибать.